Всем привет, народ, вы на канале Китай Велик, и это, наверное, какой? Это второй был проект, ну, первый проект как такового не было, это был мой куб, а это вот как бы официально первый проект под названием «Красная жара», и в этом видео, судя из названия, вы уже поняли, что будет апгрейд, потому что изначально здесь стояли шатуны и XF, все время их путаю, хочется сказать EFX, короче, EXF. Они были изначально красные, немножко выгорели, стали малиново-розовые, но, как мы видим, они целые. Педальки Metlox тоже как бы вроде как целые, но они уже тоже выгоревшие, они были когда-то черные. Сейчас они цвета какого-то шоколада и алюминия потертого. И в целом, что еще? Тут такой будет апгрейд хороший, потому что и кассету надо менять, цепь, переднюю звезду, шатуны, каретку, рубашку, что еще? Седло. Это как минимум, что в этом видео я поменяю, наверное. Ну, посмотрим дальше, что еще надо будет. И сейчас быстренько бегло просмотрим, что с этим велосипедом, почему вообще апгрейд. И как многие скажут, да что тут, это же разве апгрейд, поменял запчасти, типа там и расходники. Но нет, здесь уже не расходники, тут уже как бы шатуны менять. И много чего менять. Так что усаживаемся поудобнее, видео будет длинным, обещаю. Так что погнали. Так, ну первое, посмотрим, насколько велосипед работоспособный. Ну, скажу так, что тут просто, вот можете сейчас оценить, вот просто кручу педали, да? Там оп-оп, что-то прыгает. И это не из-за того, что там настроено неправильно. Здесь просто цепь растянута и местами ее тупо клинит. И сразу хочу проверить износ. Понятно, вот этим вот приборчиком это... Видим, тут даже в таком состоянии, что ее тупо клинит. Ну, понятно, единица, 1% вообще еще и болтается. В общем, здесь растяжение настолько огромное, что даже штанги циркуль я боюсь вставлять. И это учитывая то, что цепь грязная, если ее помыть, она еще растянется. Ну, то есть мусор весь вымоется. А так... Это расстояние 121,3 по штангелю. То есть здесь уже все, здесь и как минимум и кассету менять надо. Потому что кассета, походу, тоже все уже дохлая. Возможно, нет, вижу, вот есть заусенцы. Хотя, может быть, какие-нибудь большие звезды еще походили бы, потому что в основном катались на вот этих мелких. О, смотрю. Где-то притулился нормально так. Красочку уже. В общем, велосипед реально не жалели и в хвост и гриву гоняли. Даже если вот вам показать переключение, да, смотрим. Щелчок, один щелчок, одна звезда, да, должна быть. Ну вот, уже прыгает. Вот, я переключился. Не хочет, да? Оп, ну типа сразу переключилась как надо, не переключается вообще, сразу переключилась. В общем, тупняк прям жесткий. Хочет переключается, хочет не переключается. Хорошо хоть тормоза рабочие. Вот что-что, тормоза радуют. Из апгрейда, я так понял, тут еще надо будет заменить и звездочки, потому что видим, что они уже тупо острые начинают становиться. И верхний, вернее, это нижний у нас, а верхний тоже, походу, ну да, что-то типа того, уже тоже острый, хотя он должен быть еще прямым. Это, конечно, вы скажете, я не видел еще острый, нет, я видел острый, но это уже тоже как бы плохо, и уже надо будет менять, потому что из-за этого и цепь может растягиваться. И здесь вот такой вот ударчик где-то пришелся. Нехилый причем, и свежий причем, прям так до карбона немножко аж прогрызло. Ну, в целом здесь нужно в основном поменять это трансмиссию, а именно кассету, цепь, шатуны, передний, не хотел сказать передний переключатель, каретку, потому что тут уже вообще... хлам, все. Соответственно, и рубашку менять, потому что видим, что уже тут все. Тоже ей весело стало. И она начала распушиваться.
Из-за этого можно тоже лагать переключением. Посмотрим, что там еще с тросиком. Может, там уже и тросик рыженький стал. И что насчет кассеты? Как я и говорил, которые большие звезды, они еще в принципе нормальные, но мелкие. Ну а мелкие, видим, что уже начинают появляться вот эти вот заусенцы, вот эти вот. И как бы из-за этого уже начинается лагание при переключении. Это причем самые мелкие звезды. Что насчет шатунов? Тут, в принципе, все нормально, и за исключением того, что внутри тут у нас уже вот такая вот ржавчина начинает образовываться. Как бы все равно, но чисто внешне это уже как бы отторгает, как бы не очень эстетично и красиво. Кресло, копия пролога, в принципе, еще катабельно. Есть некоторый вот порез, который, походу, кто-то заклеил. Так, в целом, седло потертое, но целое. Рельсы, по крайней мере, тоже целые. Вроде бы как, да, ровненькие. То предыдущее седло, по-моему, Санмарка, когда первое было тут, рельсы просто нафиг согнулись. Следующее, это я бы, наверное, что бы я уже потом поменял бы, и советую, наверное, всем присматриваться к этим местам, а именно к покрышкам. Ну, собственно, вы можете посмотреть на само состояние покрышки и напишите комментарии, как вы думаете, стоит ли ее менять. И это у нас задняя покрышка. С передней у нас те же самые дела. Даже, наверное, хуже, потому что некоторые шипы прям вот хотят уже отвалиться нафиг, вот особенно здесь. Отвалиться и куда-нибудь пойти во свояси. Соответственно, не знаю, что с ними случилось. Ну, скорее всего, кто это? Шурвальби Рокетрон. Они были не на Алиэкспрессе куплены, заказаны. Человек, который владелец этого велосипеда, Евгений, не знаю, у кого он взял их, купил. Но суть какая, то что или же, может быть, зимой их что-то подпортило, типа когда с холода в тепло, с тепла в холод. Или же они изначально лежали где-то на складе, сохли, и потом просто на сезон, и они вот такие вот стались. Причем они и стерлись тоже так нехило, скажу вам так. Потому что вы можете увидеть, да, какой он шип был примерно хотя бы. Какой он стал стертый. Прям вообще-вообще. Километров, я не знаю, сколько он на них отъездил, на этих покрышках. Когда-то я еще апгрейд делал, я их ставил, но не заказывал. Так что не знаю, сколько уже ему прошло. Но в целом велосипед, можно сказать, боевой, да? Потому что видно, что тут куча царапин, там где-то покрышкой потерло перрон, где-то там снизу потерло крылом. Какие-то коцки, какие-то вот тут от звезды, там непонятно что там, я не знаю, звезда как могла там просто так покоцать. Тут где-то удар, там удар. Вот, в общем, такие вот есть места. Царапины, царапины, царапины. А так, в целом, не поломался, не поломалась рама и велосипед. Уже хорошо, уже на этом победа. Ну, а сейчас разбираю. По возможности что-то где-то там мою. В частности, вот здесь, вот, наверное, вот здесь. Потому что тут на вилке уже. Ой-ой-ой, тоже. Наросли такие грязи. Но вилка работает. ТОшку делал, уже хорошо. Так что не переключаемся и поехали. Одиннадцать сорок три.
11.09. Представляю вам Красная Жара 2.0 после апгрейда. В общем, из трансмиссии тут все заменено. Заменено седло, шатуны, педали, каретка, ролики, рубашка, тросик. В общем, вот все, что сейчас валяется, это все в утиль. Ну, как в утиль. Может, что-то там шатуны куда-то пристроить еще. Педали, седло, а трансмиссия уже все, до свидания. И после вот этого всего барахла у нас вот что. Вот такой вот золотой велосипед, частично золотой. Шатунчики уже покрасивее, по нарядистей, педали в цвет рамы, все как по-взрослому. Кассета 11.42, VG Sports, цепи YBN 10-скоростная, шатуны 5100. Ну и в принципе, ну и седло еще. Седло EC90. Такое вот тоже под цвет велосипеда. Ну и рубашка Jaguar, которая поменена тоже. Потому что там уже были и рыжики, и на монетке, на монетке начиналось уже лопаться. Как, собственно, и на концевике. Вот здесь, вот в этом месте тоже начинала лопаться. Стоимость апгрейда вышла на момент заказа всех комплектующих, это плюс-минус там 25 тысяч примерно. Все ссылки я, конечно же, оставлю ниже в описании, которые я устанавливал на этот велосипед. И в целом весь велосипед, там рама, вилка, и колеса и так далее. Можете зайти ниже в описании и посмотреть. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Андрей, канал КТВелик и проект Красная Жара 2.0. Пока.